How did you survive? I thought you were dead. Don't remember much. Remember punching Hans Gross in the face. Remember ascending into the sky. For a moment there, I thought I was going to heaven. Then falling, then pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. Ugh, these things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. Эпично. Очень эпично, по-моему. Ну и что, над Лондоном пустота, что ли, в небе? Все нас отпускают? Да, слушайте, как-то очень слабенько реагирует Берлин на это. Ух ты. Ни хрена себе. Видели, какой экстренный спуск был? Эти вертолеты не видят сканер, напомню, поэтому вообще охоты не объявили на нас. Хотя я думал, хоть какое-то сопротивление встретим, но нет. Все, что встретили, все было в музее. Whatever she needs, you help her find it, yeah? William, I could use your help. Could you come over here for a second? Конечно. Конечно могу. I found some interesting leads. This parchment describes a way to create a type of super concrete. This is what the Nazis have used to build all these concrete monstrosities around here. Yes. Everything, even this place. This is the only concrete they used. This is how they created all those cities so quickly. Now that we know where it comes from, I need a sample of it for closer study. Can you look around here for a piece of exposed concrete that shows an outbreak of mold? It should be porous enough for you to cut me a sample. Whatever you need. Also, there was this encrypted list of Dat Yishud members in Poland during the war. I need to compare it with the official German state records on Jewish citizens in the years between 1939 and 1945. Can you see if those records are in the archives room? I'll get right on that. And there's one more thing. It's quite critical. What? That'll be all. We can go now. Неплохо, очень неплохо, капитан Блажкович. Ну что, пошли искать тогда. Блин, как он круто играет, Джей. Это только для музыки, мужик? Мне кажется, да. Мне кажется, он действительно только для музыки. Так, а где нам искать? Вот что мне интересно. Где нам искать эту штуку? Может поговорить? Макс, где? Где закрыто? Комната немца стала. И эта комната закрыта. Все комнаты позакрывали, блин. Гады. О, новая заметочка. Убийцы-выродки схвачены. Берлин, 16 октября 60-го года. Пара выродков, убивших жителей Берлина, наконец-то схвачена, заявил на утренней пресс-конференции глава полиции. Психиатр моментально обнаружил у задержанных целый ряд расстройств, пробудивших в них склонность к насилию и буйному поведению. Вскоре начнется суд, после которого обоих, скорее всего, повесят. Ну, это вот, к слову, о тех убийцах. Окей, давайте сходим наверх. Может, тут что? Да? Средство от плесени.
Ага. Так и где мне искать, блин? Может, здесь где? Толчки? Толчки нет. Так. Кто-то убрал уже ножи. Круто. Где-то еще один кошмар. Что, серьезно? Мы опять же в той игре, да? Да. А, черт. А, черт. Окей, а если я умру? Убейте меня. Убей. Кошмар закончится. Понятно. Я думал, на один раз только разрешат. Нет. Несколько раз. А, ну все, да. Типа один раз за присест. Может, надо было каждый раз проходить его. Черт его знает. Так. Средства над плесенью мы, конечно, нашли. Так, я возьму ножи на всякий случай, мало ли. Ну, взять я его не могу. Туда перепрыгнуть тоже. О, еще одна заметка, которую я не читал. Америка капитулирует. И вот эти две. Японцы отброшены, но грядет новая угроза. Атомная бомба сброшена на Америку. А мне что-то подсказывает, что это где-то внизу. Ух ты. Чего себе, у них тут щиток так опасно играет искрами, просто жесть. Эй, солдатик. Вообще, дверь в архив держит вроде как запертой. Где Вайт? Блин, он должен быть наверху, по идее. А, или, смотрите, вниз дверь открыта. Так, давайте-ка я схожу к Вайту. Его дверь закрыта, он наверняка в комнате. Да-да-да. Эй, Вайт! Мне нужны ключи от архива. Ты их имеешь? Да, я думаю. Что ты там? Wing Commander Fergus Reed of Royal Air Force took those off of his dead body, wanted to return him to the RAF, but then there was no RAF. Best damn pilot I ever saw, and hell of a soldier. I'm not cut out for this, you know. Cut out for what? This. Everything. I was 18 years old, and suddenly the war was lost. Everything good in the world died. Somehow I was the one supposed to pick up the pieces and keep the resistance going, take on the whole gosh darn Nazi empire. You think I was ready for that kind of responsibility? My ignorance got so many good people killed. You remember Private Prendergast? You know, that guy, he could survive anything. So tough. Well, I got him killed, sent him out on a mission, and he never came back. I just didn't know any better. Wing Commander Fergus Reed, he wouldn't know what to do. He could have saved so many. I made the wrong choice. You made a stupid choice! Yes, you did! You left a boy in charge of a man's work. I should have died on that day, Captain, on that slab, and Fergus Reed should have lived. I'm not a child anymore, Captain. I know my mistakes were made. There. Leave me alone now, you hear? Да. Последствия нашего выбора. Они всегда непредсказуемы. А вот и архив.
Да, Тяня. У меня вопрос, дверь можешь закрыть? Нет, еще пока нет. У летательных аппаратов. Что там где-то внизу. Наверняка, да. Ух, ни хрена себе ангарище. Вот они. Ангар Крайзал. И вот они, наши вертолеты. Неплохая добыча, очень неплохая добыча. Пойдем с людьми поговорим. Эй, привет. Вот почему дверь закрыта у вас. Alles ist glatt und aufgeräumt. Was ist das Innenleben von diesem Ding? Max? Max Haus? Das habe ich mich auch gefragt. Пулеметы сняли. Где же... А, во. There's a patch of mold. Need a circular saw to cut a sample. Got to be some power tools nearby. Циркулярка, блин. Вот и циркулярка. Как по заказу. Ох ты ж! Да, здесь надо быть поаккуратней. Да, да. Quite a fall there, Mr. Big Cheese. You're in the sewer system now. You will find your way back here if you have a look around, yeah? Да. Спасибо за поддержку, блин. Черт. Окей, в канализации запашина, наверное, та еще. А я могу резать? Нет, не могу. Слишком, видимо, толстый металл. Зарядочка. Хм. Чисто просто интересно. Нет, прицел бы красным был. Если бы можно было отстрелить. Окей. Ты ж, бляха. Паскуда какая, а? Нехило так мне здоровье снесла. Здесь наших вообще не было. Велик ли шанс найти и немцев? Сомневаюсь, конечно, но мало ли. Блин, из канализации мы можем вообще только на улицу выбраться. А там вот уже немцев полным-полно. Фак. Как специально для меня оставили. Пластинка. Namont Recordings выпускает не только подростковые шлягеры. Среди наших артистов также лучшие немецкие исполнители народной музыки. Такой, что придется по нраву Гроссватеру и Гроссмутеру. И настоящие украшения нашего издательства ансамбль Wilbert Eckert and his Volksmusik All Stars. Если я правильно прочитал, в чем я очень сомневаюсь. Их польки и вальсы, баварские мелодии и марши звучат гимном лучшему, что есть в нашем отечестве, пиву, колбасе и немецкому образу жизни. От классики вашего детства до современных шлягеров, фольк обработки в репертуаре Wilbert Eckert and his Folks Music All Stars. Каждый найдет что-нибудь по душе. Нормально. Здесь больше ничего нет, надо двигать дальше. Найти уже выход отсюда. Так. А, здрасте. Там слева цепочка была. Хочу глянуть, что тут. А тут... Та подзаряда. А, нет, лазеркрафт отражатель. Что он дает? А, вот что. Ха, забавно. Очень-очень забавно. Ну, чтобы вот так стрелять, да, по нему? Типа... Так нахрена? От пола шмалять?
Здесь ничего нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Блях, сколько их там, а? И еще летит. Мне кажется, недолг час, чтобы сюда еще и люди пришмартовались. Черт. На один выстрел еще хватит. Красавчик, Блашковец. Твою мать. Сам заряжается, но совсем на чуть-чуть. Падаль. Немецкого производства. Окей, окей, окей. Не сюда, но я хочу осмотреться. Есть ли тут что можно поживиться? Нету. Хо-хо-хо. Крысиная нора. О, кстати. Вот отсюда, наверное, можно пробовать туда прыгнуть. Но я не хочу рисковать. Мне бы подзарядочки. Назад возвращаться неохота. Отлично. Открывается с другой стороны. Вот для чего эта штука. Лестницу можно взять? Да брось, что, серьезно, нельзя взять лестницу? Короче, мне нужно прострелить. Угу. Твою мать. Но смысл понятен. Так, короче, вон где-то вот сюда. Да чёрт! Он один раз только отражает. Вот в чем беда. Значит, попробовать вот от этой стены. Нет. Нет. Мою мать! Ну, правильно же, по идее, да? Падать должна она. Я хочу посмотреть на отметке на земле, куда попадаю. Все, почти попадаю, действительно.
Он еще и правильный угол, зараза, берет. Под одно отражение. О-о-о, чуть не прыгнул. Давайте-ка я все-таки сгоняю за зарядкой. Она тут где-то была, по-моему. Я, конечно, могу ошибаться. А, черт, вообще не туда побежал. Ага. Здесь ее не было. Ладно, была же зарядка, я помню. Я плохо помню. Черт, плохо помню. Стопэ? Нет, неплохо. Не-не-не, заряжайся. Заряжайся, я сказал. Отлично. Сейчас будет несколько попыток сразу так масштабированного расстрела. Масштабного. Бам, 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 бам. Ты не попал? Да ты гонишь, что ли? А, щит! Не знаю, я что, действительно что-то неправильно делаю? Правильно же делаю. Ладно, давайте размучаюсь и вернусь к вам. Я нашел, короче, дрободан. Как я его раньше не видел, я не знаю. И нашел лестницу еще, которая меня выводит, по идее, из того места злополучного. Но я хочу пострадать с выстрелами немножко. Потому что там явно что-то интересное лежит, спрятано. Лестница, если что, вон она. Вон. Наверняка она на выход, на вывод. А вон здесь вот. Там, видите, вот тарелочка лежит. Что-то может быть еще интересное будет. Или нет, черт его знает. Решил я таки прыгнуть вниз. Заколебался. И, кстати говоря, реально допрыгнул. И самое интересное, я допрыгнул до нужного мне места. То есть, серьезно, через трубу можно сюда попасть. Офигеть просто, ребят. И здесь же подзарядка имеется. Ой, прошу прощения. Ну и вот. Чудо свершилось. Я все-таки это сделаю. Нет? Нет. Не, ему, по-моему, плевать. Ему именно надо, чтобы так разбить. Разбилось. Без отражения. Да уж. Вот так вот. Чисто из-за того, что надоело через зеркальное отражение фигачить. С первой попытки допрыгнул и все сделал. Офигеть. Просто спасибо, игра. Я еще отсюда умудрился прыгнуть. Ой-ой-ой, нет, фу, не так. Теперь точно подтверждается тот факт, что это лестница на выход. То есть, ну, дальше, на продвижение. Потому что там внизу чисто только ради тарелки. Обидно, что только ради тарелки. Больше ничего там нет. Здоровья. Какие-то, блин, бункера. О! Вуаля, мы, кстати, все, действительно выбрались. Да-да.
Я вас уже рад видеть, ё-моё. Приступаю. What the damn hell are you doing? Science project. Well, you're scaring Max. Sorry, pal. Didn't know he'd flip out like that. That his son? No. Though, kind of. I don't know. So not his son. Used to be Klaus had a son, born during the war, a miracle, he called it. They had tried for years to have a child, him and his wife. Yeah, well, he'd make a pretty good father for a Nazi. The child was born with a club foot. Klaus knew, of course, what that meant. He begged the doctors not to report it to the authorities. Then secret police showed up to take the boy away. Klaus and his wife tried to stop them. The wife died from a bullet to the head. The child, too. Klaus could not protect them. So he blames himself? I think so. And he will never forgive the Nazis. Какой ровный кирпич. На, у каждого тут своя такая печальная история. Смотрите, идеально ровный кирпич. Да, идея классная. Блажковец, действительно нужно. Это что за робот? Потерянная игрушка. Максу. Слушайте, а игрушек, смотрите, видимо, еще кубик. А машинка, телефон. Это как второстепенное задание. Давайте пока поищем. Может быть, мы сможем успокоить Макса и попросить прощения перед Клаусом. Потому что, ну, не специально же напугали, а отношения из-за этого может испортиться. Кому это надо? Мне не надо. Я лучше поищу игрушки. Здесь вроде как чисто спокойно, да, больше никаких игрушек нет. Вроде бы как. Нет, к тебе еще рано. Вот и телефон. Коровой занимается. Ты как, в порядке, мужик? Может, в архиве? Кто-нибудь заныкал? Нет? А, да, в архиве машинка. Так, остался кубик. Осталось найти кубик, и все. Так, я не буду к Максу заходить. Внимательно все осматриваем. Тупой американец. Спасибо. Не такой уж я и тупой. Не такой уж и американец. О. Карта дополнена. Макс Хасс. Где мне найти кубик? Наверное, наверху, может быть. Да, это средство от плесени здесь лежало. Намекаю, что как бы здесь все нормально с плесенью. Нихер даже пытаться искать. Да где ж твой кубик-то? Клаус, видите, уже сердится. Макс так относится к этому. Ну, он, конечно, тоже другом меня не считает. Что это? Просто подошел и решил смыть. Почему нет? Откуда у них туалетная бумага? А, ну, ходят на улицу, еду. Это все покупают.
Где же мне забрать твой кубик, дружок? Где же найти мне твой кубик? А, будет обидно, если я его действительно много раз уже проходил, но не замечал. Как машинку тоже же мог пропустить мимо себя. Не спускаться не хочу. Черт. Фак. Где ты мог просрать кубик, Макс? Здесь мы взяли. Может, все-таки тут? Так, пожалуйста, будь тут. Или сам сделаю кубик. Нет, я сделал солдата. Улучшение брони, ничего себе сделал. Нормально. А я думал, я для Макса игрушку сделал новую. Типа вместо кубика. О, черт. Вот. Письма. Письма Бобби. Ты помнишь кота Шарлотта? Мяукал из-за стекла, просил у тебя объедки, упавшие со стола, а где-то смеялись дети, и солнце ласкало склон. А мы обсуждали школы, ругали новый закон. А помнишь, как ты смеялась, дразнила меня, звала? Потом осталась улыбка, потом и она ушла. Ты помнишь, как гнев растаял, оставив животный страх? Пустые слова звенели, слова рассыпались в прах. Ты помнишь кота Шарлотта? Я долго не понимал, откуда разбойник взялся, куда он потом пропал. Возможно, он был соседским. Помнишь, мисс Кэллоуэй? Тогда-то, конечно, ясно, отправился вместе с ней. Ты помнишь улыбку Мони и первый школьный звонок? А позже первого парня и первый хмельной глоток. Какими она глазами впервые смотрела на кровь? Ты помнишь меня, Шарлотта? Ты помнишь мою любовь? Ты помнишь... мою любовь. Покойся с миром, Бобби. Покойся с миром. Эту заметочку тоже пропустили. Теракт в лондонской Нутике. А, это о сегодняшнем дне. Вчера рано утром у входа в исследовательский центр лондонская Наутика террорист-смертник взорвал устройство, спрятанное в багажнике небольшого автомобиля. Десятки трудящихся погибли, несколько сотен получили ранения. Власти отмечают, что первый за много лет теракт в Лондоне случился вскоре после годовщины августовского мятежа, когда горская выродков пыталась затянуть образцовых горожан в пучину анархии. Как они все переворачивают, интересно. Тебе не хочу подходить, потому что подойду и потом потеряю шанс перед Максом извиниться. Я не хочу. Где же мне найти кубик этот? Долбанная машинка здесь была. В каждой комнате, наверное, по одной. Ну, то есть там, где игрушку мы уже находили, вряд ли мы еще какую-нибудь найдем. Ну, моя логика. Может быть, она неправильная. Вполне себе может быть. Здесь мы тоже уже находили. Давайте-ка зайдем сюда. Вуаля, кубики. Пойдем к Максу. Придется тебя забудить, друг. Или просто положим игрушки сюда. Макс. Сладких снов, дружок, сладких снов. Даже объяснять ничего не будем. Главное, игрушки теперь у него. Так, Аня. Вот образец.
me some time to analyze this. I think I'm onto something. Find what you were looking for in the archives? Yep. Got something. Über concrete. The essential building material of the Reich. It's based on a dot Yishu technology. It's almost perfect, but it's deteriorating through time, developing mold. Someone is tampering with the mix, someone who knows its secrets. I analyzed it and found a trace of this type of limestone that exists only in northern Croatia. Now, look at this. The name Set Roth. It appears three times in dot Yishu documents. According to official records, he's been detained in 1941 in Łódź and sent off to a forced labor camp in Belice in northern Croatia. Now, this is where things get interesting. The labor camp excavates limestone from a quarry for a manufacture of Über concrete. I believe this is the place where we'll find Set Roth, a living member of Dot Ishut. Problem is, there are so many unknowns. This is an old man. Chances are he's dead already. We can't assault a site of this magnitude and hope to locate him before the whole damn Nazi army arrives. What is the plan? Someone needs to go in there and find him. Go undercover. Any volunteers? You ready for this, Blaskovich? Да я даже не немец. Вон там Клаус болтает по-немецки. Вольно.